Некоторые советы от меня по поводу бессонницы. Вот если человек засыпает плохо с самого начала, со своего опыта скажу, нет контрастного образа жизни, а именно активный день, и тогда хочется расслабиться, лечь спать. То есть это естественно происходит, такое расслабление. Совсем другое, когда человек просыпается среди ночи в 3 там часа, 4 часа, 2 часа и дальше не может заснуть. И тем более, когда начинают лезть в голову различные мысли. Значит, некоторые рекомендуют молиться. Ну вот есть такое, считать, допустим, там просто счет там какой-то. Раз, два, три, четыре, пять, там 10 000 встал и на работу. То есть это одно. Есть, значит, рекомендация там молиться. Ну, я думаю, она тоже не совсем, как бы сказать, в этом случае эффективна. А вот что я проверил на самом себе, это вот вы проснулись, в голову там полезли какие-то там мысли, то есть сознание начало работать само по себе, там что-то там оно мыслит, а вы там следите, вот она, вот эти вот мысля мешают вам спать. Здесь надо дать работу сознанию. А именно, вот такой вот образ, задайте сознанию образ. Вы проснулись ночью, 3 часа ночи, спать не хочется, вот, мысль какая-то лезет. И вы задаете своему сознанию работу. А именно, начинайте представлять себя, желательно в мельчайших деталях, что вы там молодой. Можете начинать с лица, можете начинать с тела, как угодно. И вот все больше и больше, и больше, и больше, и больше. И все будет говорить четче, четче, четче. И знаете, что тут происходит? Такой феномен. Вот когда ум бродит сам по себе, он значит, когда ум бродит сам по себе, он вот готов думать и не спать сколько угодно. Как только ему задается работа, конкретная работа по омоложению своего собственного организма, буквально такие минуты 3-4-5, все, тянет в сон. То есть не хочет он работать в формате образов, накладывать их на себя. То есть вот, как бы говорит, когда мы его заставляем, вот это ведет к тому, что человек опять погружается в сон. Лично для меня это очень хорошо работало. Не знаю, как там для вас. Так что можете попробовать. Такой совет по бессоннице. Два варианта. Плохо засыпаете. Это активность должна быть в течение дня. И желательно не спать. То есть никакого полуденного сна не должно быть. Второе, это когда вы просыпаетесь посреди ночи, не можете заснуть, тогда даете задание своему сознанию, своему голове, уму. Так, ну-ка давай-ка тогда помолаживай-ка меня. Представляете, как я выгляжу более молодой, здоровый, волосы там, те, что выпали, ну, выросли, что там они там из седых превратились в черные и так далее и тому подобное. Вот такая вот моя рекомендация. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению.
вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!